Ну, пользуясь случаем, сразу хочу тоже там, некоторые товарищи писали, начали делать опрос по поводу того, что деньги на ветер по поводу ямочного ремонта. Ну, я в результате кого не собираюсь. Будь добра, принеси. По прошлому году было ярким примером, когда тоже вначале критиковали, что асфальт кидаем в лужу. Я в малом зале здесь нахожусь. А потом убедились в том, что это, да, это ямочный ремонт. Временный. Но влететь, так сказать, в яму на ходу с колесами, пробить покрышку, это всяко, так сказать, наверное, ну, вот хуже, нежели, так сказать, посчитать, сказать, что пускай вот этот асфальт пролежит месяц, он выкрашится, я же прекрасно понимаю, нарушится технология. Но это безопасность. Это безопасность. Да, потратили деньги. Да, мы прекрасно понимаем, что технология – это не совершенная технология. Но она направлена на безопасность. Естественно, таким ямочным ремонтом мы не собираемся делать идеальное покрытие. Мы сейчас вот на период паводковых вод, когда ямы эти стоят в воде и их не видно, мы вынуждены принимать такую меру. Да, но в это время некоторые товарищи там делают опрос. А это же, так сказать, деньги на ветер. А почему не ставится в вопросе слова безопасность? Ну, просто ради интереса. Как зададут вопрос, так на него ответишь. Ну, все. Это пользуясь случаем, обращаясь к представителям СМИ.